Привет! Мы рады приветствовать вас. Сегодня снова будем рисовать, Настюш. Готова? Готова. Сейчас я расскажу, что мы будем рисовать. Так, сегодня нам понадобятся вот такие восковые мелки Crayola Mini Kits. Акварельные краски, самые обыкновенные акварельные краски. У нас это большое количество цветов, что очень хорошо. Понадобится нам баночка с водой, салфетка бумажная, кисточки мягкие, альбомный листок и листик для показа для меня. Настюш, мы сегодня с тобой попробуем нарисовать подводный мир. Мир, в котором живут кто, как ты думаешь? Рыбки живут, да, совершенно верно. И рыбок очень много разных. Я тебе потом принесу много-много картинок разных рыбок. Но пока и мы... И синяя рыбка. И синюю принесу, конечно. И розовую. И розовенькую принесу. Мне да. Нравится. Нравится. Ой. Да мне самой, Настюша, нравятся розовенькие, синие. У меня даже карманчики есть. Вот есть у тебя карманчики, хорошо. Настюш, и розовенькие, и синенькие, и красненькие рыбки. Самые-самые разные рыбки. В подводном мире еще живут, кроме рыбок, другие морские обитатели. Это осьминоги, это водоросли, это растения подводные, это крабы, раки, морские коньки. Вот сколько много всего. Но пока тебе это еще рано знать, мы сегодня... Акула! Конечно, акулы. А киты, Настюш? Да. А дельфины? Ага. Тоже знаешь, да, Настюшка? Угу. Ну давай, сегодня мы попробуем нарисовать самую простую рыбку. Мы, Настя, с тобой восковыми мелками нарисуем рыбку, а красками акварель нарисуем подводный мир, фон, угу. Водичку. И разного цвета еще есть кораллы в море. Вот давай откроем восковые мелки. Давай мы откроем. Открывай, Настюша. Ну, достань яркий мелок. Наверное, какого цвета? Красного. Ну, давай красного достанем. Давай. Давай, красный. О, достала? Достала? Сейчас я тебе покажу. Давай, покажи. Поломанный есть уже. Да это что? Да вот он поломанный. Красный? А, ну это немножко бывает такое. Ничего страшного. Рыбочка. Так, теперь смотрим. Да? Смотрим рыбку, как мы будем рисовать. Смотри внимательно. Вот у нас мольберт. Давай. Смотри, рыбка. У каждой рыбки есть туловище. Вот смотри. Вот где-то в середине листа альбомного мы будем рисовать. На какую форму похоже туловище? Овал. Ой, да ты умничка. Ты знаешь. Еще у рыбки есть... Что это? Хвостик. Хвостик. На какую фигуру геометрическую похож хвостик? На что? Смотри. На треугольник. Конечно, на треугольник. А теперь смотри, Настя. Это как называется у рыбки? На спинке? На брюшке? Что это такое? Это плавник. 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 Причем на спине плавник называется спинной. Это, а где крылья? На брюшке брюшной. А еще я выделю голову. Видишь, голова? Это голова. А где крылья? Глаз вот и ротик. Где вот такие? А нету крылышек у рыбки. У рыбки есть только плавники. А теперь раскрашиваю. Смотри как, Настя. Слева направо. Видишь? Слева направо. Вот так вот. Тщательно-тщательно раскрашиваю. А дальше будет сюрприз. Ну, глаз я немножко раскрасила. Смотри, глаз стало не видно. Давай мы черным мелком глаз выделим. Угу. Достань, Настенька, черный мелок, пока я раскрашиваю хвостик. Так, черный мелок достань, мы глаз выделим. Вот. Да, точечку. Ой, ко мне перепнёт. Да, давай возьмем черный мелок. Вот смотри, глаз выделим, тогда выделим и ротик, и жабры, да, голову, вот. Смотри, получилась рыбка. А дальше делаем вот что. Дальше, смотри,
Чтобы мне показать, как дальше мы будем рисовать, мне необходимо положить листочек альбомный вот сюда. Кстати, акварельные краски мы забыли с тобой смочить. Открывай акварельные краски, Настя. Открывай. Ну, это тут. Давай. Такое. Да, ну, потом положишь, пока положи здесь. Пока положи, да. Вот здесь, в сторонку, вот сюда. Открывай акварельные краски. Давай дальше мы с тобой попробуем. Ну что, открывается? Да. Помочь? Да. Давай я тебе помогу. И смотри, смотри, что я сделаю дальше. Я нарисовала рыбку. Дальше нам необходима мягкая кисточка. Вот мы ее смачиваем, кисточку. Дальше мы листик, помнишь, мы рисовали с тобой по мокрому листу? Дальше мы листик смачиваем тщательно водичкой, прям очень-очень-очень сильно. Помоги мне, придержи мой листик, придержи, чтобы он не ползал. Мы его тщательно смачиваем водой, тщательно-тщательно, тоже можно слева направо. Видишь, как много Ой. Водички? Видишь? Много-много водички. Вот. Смочила я хорошо, Настя? Дальше берем краски. У нас подводный мир разнообразный. Вот мы немножко капнем. Надо было в начале занятия нам капнуть. Самые яркие цвета. Вот, капнули. А теперь возьмем, например, смотри, какой цвет, Настя? Это, по-моему, больше красный. И смотри, капаем. И получается у нас, смотри, как красиво. У нас краски растекаются, и получаются красивые цвета. Теперь возьмем, например, цвет вот такой, потемнее, темно-красный. Капаем. Смотри, как красиво получается. Видишь? Вот здесь вот, наверное, высохла бумага, и поэтому там хуже растекаются краски. Теперь возьмем, ну, например, так, краску. Какой цвет выбирай, Настя? Вот, наверное, может быть, вот этот вот. Ой, зубочку. Вот, растекается краска. Теперь можно взять голубой цвет, да? Вот сюда. Вот, смотри, краска растекается. И получается красиво, да? Очень красиво получается. У нас получается такая, вот эти все белые места, они немножко высыхают, мы немножко дадим проход краскам. Вот. Получается очень красивый фон. Так, ну можно зеленого добавить, да? Угу. Видишь, зеленый цвет. Он ну как бы смешивается вот с голубым. Давай этот добавим, вот ну, этот. У меня только это есть. Ну, давай теперь ты себе сама сделаешь. Вот смотри, Настя, у меня получился красивый-красивый фон. Видишь? Угу. Получился? Но я его, наверное, не смогу повесить, потому что у меня все потечет. Пускай лежит моя рыбка рядом с тобой. А ты мне скажи, Настя, с чего мы с тобой начинаем рисовать? Скажи, пожалуйста. Мы же рисуем подводный мир. Вот скажи, с чего мы начинаем рисовать? Что сначала я тебе показывала? Сначала берем мелки. Так, дальше что рисуем? Мы рисуем что? Мы рисуем рыбку. Восковые мелки не боятся краски. Посмотри на мой рисунок, Настя. Мелочек не боится краски. Видишь? Так рыбка и осталась, ее видно. Да? Ну давай, бери мелочек. Бери, можешь как у меня взять. Я хочу синюю. Ты хочешь синюю рыбку? Ну хорошо, выбирай синюю. Выбирай. Вот здесь черная лежит мелочек. Это чтобы выделить ей, то есть... Глазки, носик, ротик рисуем. Овал. Молодец, Настенька. Овал хороший нарисовала. Дальше что? Хвостик. Это плавник, да? Да. Молодец. Так, это брюшно, это спинной плавник. Хвостик не забудь нарисовать. Вот я тебе вот поверну, чтобы ты смотрела. И теперь золотый. Смотри. Плавник. Подсказку. А хвостик рыбки нарисуй. Хвостик. Хвостик. Вот это таким вот же цветом, Настенька. Желтым. Ну, ты хочешь желтый, да, ну, хвостик? У нас рыбка желтая. А, ну хорошо. Давай, рисуй. Хвостик. Вот, да? Можно было бы покрупнее, ну ладно.
Такой маленький хвостик у тебя. А теперь синим мелком раскрась рыбку свою. Да. Да. Где у тебя синий мелочек, Настя? Раскрась. Синий? Давай, раскрась. Как я тебя учила? Слева направо. Вообще очень сложно. Ты большую рыбку нарисовала. Ну, ты не слева направо, ты сверху вниз раскрашиваешь. Рыбку раскрашивает Настенька. Дальше берем кисточку вот на тебе и мне. Тщательно кисточку мочим. Тщательно мочим кисточку. И что делаем? Нет, по рыбке не надо, Настя. Возле рыбки лучше, а то будет краска везде затекать. Хоть и мелочек не боится у нас краски, но все равно возле рыбки, Настя, старайся. Смочила листик? Очень мокрый, точно? А теперь давай пробуем нужный цвет. Давай? Угу. Давай возьмем. Какой цвет возьмем, Настюш? Ну-ка пробуй. Смочи кисточку. Смотри, у меня уже получилось. Это кораллы. А у Насти получается? У Насти тоже получается. Ой, у тебя такие кораллы. Да, у тебя кораллы получаются. Красота. Так, дальше мы промываем и берем краску другого цвета. Видишь, мелочек не боится краски, вон, не боится. Оно так и остается. Сильно не брызгай, надо просто смотри, чтобы на воросинках было много водички. То есть мы для этого смачиваем, набираем еще краски и как бы капаем. Если не капает, можно немножко прикоснуться к листику, да? Вот так. Так. Не боится краски мелочек. Получается очень красиво. Так, теперь другой цвет промой. Промывает Настенька, уже знает как. Так. Молодец. Ты выбрала голубой снова? Да. А, это ты синий выбрала, я голубой выбирала. Ой, как красиво, Настя, получается. Можно, знаешь, Настенька, лишнюю воду слить. Сейчас мы попробуем слить лишнюю воду, если у нас получится. Давай я попробую с твоего рисунка слить воду лишнюю. Вот мы что делаем. Мы берем и лишнюю водичку в баночку. Ой, как краски растекаются, и получается очень красиво. Очень хорошая получилась у нас такая работа. Давай мы немножко поправим вот эту вот, да? Вот здесь чуть-чуть только осталось нам поправить. А так краски, видишь, как подружились? Видишь, как получилось красиво? Угу. Давай покажем, что у нас получилось. Вот у нас получилась вот такая рыбка, нарисованная восковыми мелками и акварельными красками по мокрому листу. Для 3-летнего ребенка, по-моему, неплохо. Ну что, Настенька, молодец! Тебе понравилось сегодняшнее занятие? Понравилось? Ну что, давай попрощаемся. Акулу нарисуем в следующий раз, Настюш. Когда всё? Будет светло? Конечно. Может быть, и когда будет светло. Ну все, Настюш, пока-пока. Пока. Пока. До свидания. Скажи до свидания. До свидания. Yeah.